Аэродромы Подмосковья передают планы полетов не только Росавиации, но и полиции. Такое новшество из-за того, что россияне принимают самолеты за дроны. Об этом сообщает Унян, ссылаясь на российские СМИ. В руководстве аэропортов говорят, что жители соседних сел часто сообщают о якобы летящих в Москве дронах. После этого полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов данные о том, какие машины в это время были в воздухе. Зачастую дрон оказывается малым самолетом, парапланом или паралетом. В итоге руководители аэродромов договорились с силовиками, что будут заранее предоставлять планы полетов. План «Ковер» в российских аэропортах объявляют чуть ли не каждый день, а самолеты перенаправляют в другие города. Политолог Михаил Шейтельман высказал идею, что пора бы закрыть аэропорты в Москве надолго. Невзоров предложил, что надо каждый день стрелять по Москве, чтобы аэропорты закрылись там навсегда. Как отмечает Михаил Шейтельман, это стоит сделать для того, чтобы россияне на себе прочувствовали, как украинцы из-за агрессии России пользуются услугами авиации. Ведь чтобы полететь куда-либо, украинцы добираются несколько дней в польский аэропорт. По словам политолога, важно, чтобы и россияне боялись летать из московских аэропортов из-за дронов и ехали несколько дней или недель, например, во Владивосток, чтобы начать свое путешествие.